проклятый лорд! Что сделать такого, чтобы ты наконец подох? Ну что? Что вы стоите все? Разорвите его на куски! На свалку. Только потому, что контролировал ситуацию через лордов. Я никогда не выполнял поручений для них. Я был слишком маленьким, понимаешь, маленьким человеком. А, не убивай меня, Роден. Я все скажу. Я скажу все, что ты хочешь. Просто пойми, просто я не мог иначе.
Это страшный. Родден, это страшный человек. Ты не представляешь. И что бы он со мной сделал, если бы я отказался. Черт, кто это там наверху? Кто там наверху?